Пропустили. Но это не страшно. Мы расставим в следующем году. В следующем году всех ждем. И девчонок, и мальчишек, и ребят, и бабушек, и дедушек. Значит, конкурс очень простой. Начнем мы с мужчин. Сильные есть мужчины, кто хочет поучаствовать? Давайте, выходим, выходим, выходим. Чем больше, тем лучше. Выходите на память все останется в истории, в интернете. Значит, конкурс очень простой. Может, ты хочешь так говорить? Конкурс очень простой. Значит, человек встает с прямыми руками, ему кладется на ладони диски по 5 килограмм, мы засекаем время. Лучшее время, соответственно, лучший результат. А как зафиксировать, чтобы горизонтально, там, вдруг он будет вот так вот? Как только выпали блины, можно вот так вот сделать. Вот. Единственное, что блин будет лежать до локтя, поэтому там подкрутить будет вряд ли возможно. То есть правило, как пока не упали, блин, бля, хоть один из блинов упал, все. То есть можно изначально уже вот так вот держать, да? Ну, хоть вот так держать. Не, ну понятное дело. Ты участвуешь или нет? Ты сказал, что болел. Вообще не будешь участвовать. Участвовать. Естественно, что вот эти вот все прорисания, ребята, мы все здесь, если тем более спортсмены собрались здесь. Понятное дело, а? Вот так давай. Держи так ладонь. А вот так вот можно? Вот так можно. Нет, ну понятное дело, что делаем крест, пока не упали блины. Здесь все, кого смешить-то? Что можно на голову положить и стоять. Да, давайте, кто первый? Вот самый смелый кавказский человек. Палатов Тимур, приветствуем! Кто там? Вася, помоги мне. Красавчик! Давайте еще кто-нибудь. Давай, давай. Кто давай. Будет плачь, чтобы я сразу время застёк. Давай, помоги, помоги. Помоги, помоги. Да. Значит, все по-честному. На раз, два, три отпускаем блины. Пока он встает, вы держите. Отлично сложен Тимур, посмотри. На раз, два, три кладем блины. Блины кладем, стоп. Блины кладем, чуть-чуть не доводя до локтя, чтобы там на ладони лежал, чтобы нельзя было схватиться за вверх. На раз, два, три. Три, два, один, пип. Время пошло. Да нет, рекордсмен все. Это новое упражнение на нашем турнире. Все такие сразу взяли. Поэтому будут ставиться, возможно, новые рекорды. Соответственно, я как сказал, что кто дольше продержит, тот и будет чемпионом. Здесь не зависит от того, здоровый, худой. Главное, чтобы был настырный и выносливый. Поддерживаем, поддерживаем. Сейчас там этот начнется уже поток. Дима, ты торопишься? Ты так классно участвовал в прошлый раз. Три часа. Так я и говорю, 30 минут может продержать. Тут у нас участников много, как раз 30 минут и заполнил. Давай, 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 мужик. Минута. Если кто-то думает, что он долго стоит, то всего лишь минута прошла. Давай, давай, можешь разговаривать, значит, еще можешь держать пару таких же минут. Не знаю. А рекорд какой? Держи, держи. Рекордов пока нету, все устанавливается здесь. Нету, не было у нас этих упражнений. Прошлые. Сейчас опустит, будет рекорд. Держи, держи. Да, первый рекорд. Терпи, терпи, как падает, блин, все, я останавливаю время. Держись, не прыгай. Терпи, терпи. Вес, держи, держи. Молодец! Самый первый успех постеснялся!
Не смелее, смелее, ребят, конкурсы давайте, какая разница, раньше начнете, раньше закончите. Все равно 2.10 минимум надо держать. Участники третьего потока, я готовлю немножко, возможно, задержка, не спешите. Вась, а то там штанги перемешаны. Подожди, подожди, расслабься пока. Ты клади это. Еще будет представление участников, и дано время, ты просто не держи, помогай. Понятно? Раз, два, три, раз, раз подойти по участку. Три, пип. Скоробогатов Александр. Только поборолся с Марком Андреевым. Все, извините, чуть-чуть. 5 секунд вас сбросил. Спортсмен из города Королева. Спортсмен Московской области, но на московских соревнованиях. Можно корчить рожи, можно танцевать. Главное, блин, не вывалить. Может, даже отвернуться от нас. Нет, хочет, прикусить губу, рожи, чтобы сильнее напрягаться. Давай добавим вес. Не, он сейчас минутку подержит, потом поймет, что это такое. Надо какое-то... Ничего, ничего, главное пакет. Я все объявляю, минутку-то уж каждый должен продержать, что там? Мимика не имеет. Я потом уж как ближе к рекорду буду говорить, сколько. Главное, чтобы... Ну, конечно, буду говорить. Тут окна есть. Минута 20. Надо было просто... Минута! Андрей, надо... Поддерживай! Вот они пошли рожи. Это первому тяжело, не знаешь результата. Вторые, третьи, они уже знают предыдущие результаты. Да, ну и поверим, не намного легче ему сейчас. Но зато он знает, где его граница. Давай, давай, давай. Терпеть! Держи, Александр, держи! Полторы минуты! Держи! Конечно, свалится, в этом и есть конкурс. Держай! Держать, держать, ты уже прошу соревнования, ничего страшного, мы же выложим. Минута 45! Еще чуть-чуть, давай! Не так уж и чуть-чуть. Минута 50! А Тимур сколько сделал? Води. Минута 55! Минута 58! Ну он только поступал. Да, да, да. Тимур закончил раньше. И смело вышел в бой снова, молодец. Хотя не закончил, время не говори. После выступления так задумал. Нет, ему может упираться надо. Время будет 2.10, ему поупираться секунду надо было. Сейчас не говори. Видно, что же он видео продвигается. Так, готовы? Но ничего, ничего. К сожалению, у нас уравнение. Так, пойдем чуть-чуть ближе к суставу. Чуть-чуть ближе к суставу, чтобы нельзя было упасть. Это машина. Три, два, один, пип! Это надолго. Прошло 40 минут. Сейчас не разживлю. Не смешите его. Он считает еще про себя, смотри. Нет, это он это стихи он рассказывает, стихи. Это, чтобы отвлечься. Как этот, брат, это вслух брат рассказывает. Брат 2. Нет, комментарии зрителей, пожалуйста. Всех выслушаем. Полминутки прошло. Вот он, есть шанс. По 300 рублей собирай, скажи. Как без тебя, конечно. Спортсмен из города. 65 секунд. Тяжеловат. Недавно выступал на чемпионате. Вась, он чувствует. Минута. Рядом мама его, да? Да. Рядом мама его сейчас. Так, морально поддерживала. Дим, это все. Давай! Держи, сказал! Напрягайся! А не пусть! Держи, скотина! Борис! Держи. Минута 22! Держи! Терпи, терпи! Че, сдулся, что ли? Второе дыхание! Давай! Минута 40! Еще чуть-чуть! Терпи, чуть-чуть осталось! Держи! Терпи, терпи. Держи, 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 держи! Отвлекись! И держи! Минута 50! Давай, 50. Давай, давай, давай! Минута 50!
Восстановительный массаж сделайте кто-нибудь. А этому можно 2.5 положить. У него рычаги короткие, наоборот, он там сейчас будет новый рекорд ставить. 3, 2, готовы? А? 1, поехали. Значит, готовы. Молчание, знак согласия. А это Марк. Марков, да. Это Краснов Александр. Спортсмен из города Москва. Чувашской республики. Двукратный победитель первенства России до 24 лет. Очень сильный спортсмен. Сейчас проверю. Сейчас показывает на собственном примере. Чемпион России в рывке 2014 года среди мужчин. Ведет этого спортсмена Дмитрий Берестов, олимпийский чемпион. Саша, посмотри. Не опозорь нас. Саша, посмотри сюда. Да. Дмитрий просит не опозорить его. Саня, давай! Силы мысли держим, давай! Джеки Чан. Брюс Ли. Александр проходит массовую подготовку в сборной России. Проходит сборы. Минута! Минута, ребята, минута! Минута! Ну, конечно же, спортсменам более легких весовых категорий сложнее удержать такой вес, чем тяжеловесом. Давай! Молодец! Саша! Держи! Минута 42. О, чуть-чуть не хватило Александру. Только чуть-чуть. Возможно, в будущем мы начнем учитывать весовые категории. Да. У меня правый бицепс. Скажу, что я могу. По 5 килограмм, по 4. Руку так, и так надо? Так, спортсмены готовы? Зрители тем более готовы. Так очень много, так тяжело. Не-не-не, опять чуть-чуть. 3, 2, 1, оп! А сейчас в борьбу вступает Орловский Анатолий. Это трицепс. Тяжелоатлет из города Москвы. Тоже жалуется на тяжелый вес, он болел. Толь, сюда смотри. Поэтому не участвовал на первенстве Москвы. Тяжелоатлет жалуется на тяжелый вес. Аплодируем. На два Последнее выступление Анатолия в городе Клин. Это вот это его последнее. Полминуты! Этим летом на турнире Минаева. Сейчас он посетил наш турнир в качестве гостя. Спасибо ему. У него в этом году родился ребенок, мама сидит с ребенком. У него известная спортсменка-жена Валентина Забияка. Минута! Валентина Забияка, чемпионка Европы. Легко! Давай, терпи! Держать, Анатолий! Хлопайте тоже! Держу. Сколько уже? Да еще мало, минута 20. Ты еще даже пока на последнем месте. Еще минуту надо. Напрягись давай. Может, водички. Чего-нибудь. Водички сейчас после выступления. Налью стакан. Уже дрожать начинает. Хорошо. Только начинает, но начало. Долго. Минуту 42. Как биться? Нормально? Живые? С самого начала как-то. Держи. Минута 50. Вот, уже близко. Давай еще 30 секунд. Еще 30 секунд. Давай, рулим.
Две минуты! Две! 20 секунд! Две! Ну сейчас 30! Две, Анатолий! Сколько? Две! Почаще! Давай еще чуть-чуть! 12! 14! 15, 16, 15, 20, 16, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20
Потом массовость участников больше становится. Спортсменов меньше, участников зрительских больше. 3, 2, 1, пип! Надо переходить. Будем зрительские соревнования устраивать. Надо турнир по конкурсам. Какие конкурсы? Атлетика между перерывами. Какие конкурсы? Конкурсы это как? Как развлекаловка. Сначала мне кажется, уже забыл, сколько стоит. А теперь вас развлечет чемпион Европы там какой-нибудь. Покажет, как надо рвать или толкать. Полминуты. Вован, держи. Ты вообще даже, ты хоть дышишь? Да ему не похоже, что ей тяжело. А он сейчас одну минуту на одной ноге, потом передвинется на другую подержит. Да. Потом на двух, а как раз 3 минуты. Спортсмен из города Подольска. Пожалуйста. Подольск. Надеюсь, ему сейчас выступать не надо? Нет. В следующем плане. Очень серьезно прибавил. Ну стой, я тебя еще не сфотографировал. Смотри сюда, улыбайся. А, через неделю он будет участвовать. Минута. А, он на Россию поедет, Старосков. Да. Давайте еще о чем-нибудь говорим. Рывок в районе 130, да? Толчок 160. Че тебе 10 килограмм, Вов, держи. Руки. Даже странно, когда... Осуществляет там техническую поддержку соревнований. В лице Федерации тяжелоатлетики области. Влад, иди болей! Не зовите его! Я буду держать! Давай, немного стой! Главный кандидат победителей. Давай, держи. Минута 50. Терпи. Терпи. Обрежься. Терпи, молодец. 2 минуты. Давай, 20 секунд осталось. Отключи. Терпи. Смотрите, удары. Молодец, держать. Сколько? Минута 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Чуть-чуть. 2 минуты 23 секунды. А вот только сколько? Он уже забился. 3, 2, 3. Держи, Серега! Остался последний участник. Он уже забился, смотри, Смотри сюда. Серег, у тебя шижинка расстегнулась. Врет. Я сейчас расстегну на пластик. Стой. Держи. Давай. Засунь один палец. Что-то как это не видно, что он напрягается. Куда? Какой из пальцев он должен засунуть? Никуда. Мизинец. У него там как раз пролезет. У тебя куда-то там мизинец пролезет. Краснов сказал. Ширинку растянет. 30 секунд. Сергей Валуев, спортсмен из города Подольска. Давай, Серега, напрягись. Еще даже минуты нет. Даже минуты. Ребенок больше себя продержит. Минута. Вот именно что. Участник «Певец в России». Молодец! Давай, 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 давай!
Минута 15. Давай, надо побеждать. Вообще для него сейчас. Прошлые турниры. Минута 20 нашего турнира. Сейчас он зритель. Что это? Это что, приложено? Помогите, помогите ему, падает, падает. Разворачивайся. Подки. Разворачивайся. Да он прикалывается. Минута 34. Вы ошиблись. Были проезды. Итак, победитель. Призеры. Победитель должен быть награжден. Я что-то не готов. Андрей, победитель должен быть. Итак, все участники, подходите, кто участвовал, все вы будете отмечены. Входим на понос по-новому. Все вы будете отмечены ценными, теми или иными призами. Суперпризом будет награжден только победитель. Победитель будет получит очень ценный приз. Итак, производится награждение. Я вижу, значки достаются турнира, памятные. А что ты медали тоже всем раздать? Я раздал. Первое место раздавал. Заказал. Александр, Александр. Заказал 500 штук, а 10 жалко. Александр, проходи все. Тимур тоже встал. Тимур, дайте, пожалуйста. Второе место занял Дружинин. Дружинин получает на второе место. И третье место занял. О, кто занял? Вот. Кто? Как фамилия? Кто? Победитель? Орловский. А, Орловский? Первый. Второй Дружинин. Победил Орловский Анатолий. Давай. Победил Дружинин. Получает баночку. Вижу. Леха, а есть еще 25? Получает банку креатина. Повысим содержание креатина. Для своей дальнейшей подготовки в чемпионатах Москвы и по ветеранам. Баночки перемолотые кузнечики. Все, спасибо. Все вы зафиксированы на пленку, на видеопленку. Вспоминайте, смотрите себя через 40 лет. Показывайте. Когда выложится видео. Детям. Да, когда будет выложено видео через 40 лет.